8 новых объектов придорожного сервиса построят в Башкортостане до конца этого года и еще 150 в следующем году. Об этом сообщил председатель Госкомторговли Республики Алексей Гусев на совещании под председательством премьер-министра правительства Андрея Назарова. Всего на сегодняшний день вложиться в развитие придорожного сервиса региона готовы 26 инвесторов. Они планируют построить 48 объектов. Это кафе, рестораны, гостиницы и магазины вдоль республиканских трасс. Объем инвестиций составит 4 300 000 000 рублей. Бизнесменам за счет субсидий возместят до половины затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, но не более 30 миллионов рублей. На эти цели региональные власти закладывают 30 миллиардов рублей. Всего к 2024 году в Башкортостане построят 1000 новых пунктов придорожного сервиса и столько же реконструируют. Мы будем мерить это не суммами и количеством инвесторов, а количеством объектов придорожного сервиса. Есть придорожный объект придорожного сервиса, есть результат работы. Нету, будем считать, что так просто разминка перед работой. Отмечу, сегодня в единую карту программы по развитию придорожного сервиса включили 192 потенциальных земельных участка для строительства кафе и кемпингов. Новые объекты появятся вдоль федеральных трасс, а также регионального и местного значения.